Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Каждый садовод хочет вырастить крупную и сладкую смородину. Для того, чтобы этого добиться, важен комплексный подход в подкармливании культуры. Вторая подкормка смородины проводится во время цветения. В это время азотные удобрения нужно снизить до минимума. Под каждый куст можно внести по 2 чайные ложки сульфата калия и столовую ложку суперфосфата. Затем разрыхлить землю и тщательно полить культуру. Также в это время допускается мульчирование перегноем и перепревшим навозом. А вот в период созревания ягод азот полностью исключается, иначе все питательные вещества будут уходить на рост зеленой массы, а плоды будут мелкими и невкусными. При формировании плодов отличным решением будет полить кусты гуматом калия. Для этого нужно 1 столовую ложку концентрата развести в 10 литрах воды и этим объемом полить 2 взрослых куста. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!